Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Германик. Старший сын Друза старшего и Антонии младший. Был усыновлен своим дядей императором Тиберием и стал именоваться Германик Юлий Цезарь. Муж Агриппины старшей и отец будущего императора Калигулы и матери Нерона, Агриппины младшей. Германик, по словам Тацита, как никто другой, был наделен всеми телесными и душевными достоинствами. Ему были присущи редкая красота и храбрость, замечательные способности к наукам и красноречию, беспримерная доброта и умение снискать расположение народа. Германик проявил себя как замечательный полководец. В 13 году он командовал военными легионами, стоявшими на берегах Рейна. Его популярность среди солдат и военные успехи в Германии были столь значительны, что вызвали зависть Тиберия, который отозвал его из Германии и направил в Египет с чрезвычайными полномочиями. Утверждает, что в 19 году в возрасте 34 лет Германик был отравлен наместником Сирии Гнеем Кальпурнием Пизоном и его женой Планциной. Тело Германика было предано сожжению в Антиохии. Его прах доставлен в Рим и похоронен в мавзолее Августа. Германик пользовался огромной популярностью, и его смерть вызвала глубокую скорбь у римского народа. Тиберий и Ливия, однако, воздержались от участия в его похоронах, так же, как и его мать Антония. Ну вот так вкратце о Германике, старшем сыне Друза старшего и Антонии младшей, который именовался Германик Юлий Цезарь, отец будущего императора Калигулы. Пока-пока, до свидания.